Приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем Gold Rush. Таблицу лидеров. С того места, на чем мы остановились. Продали золото. У нас 88 тысяч. Так, и, наверное, куплю еще лампочку. Поскольку нифига там не видно. Провод. Не знаю, есть там нету. Посветлее будет. Двинем к участку, продолжим рыть. День 21, 10 дней до зимы. И сейчас, наверное, придется перемещать ленточный конвейер. Ленточный транспортер. Поскольку тот участок выбран. Так, технику я вроде заправлял. Так, лампу. Лампу. Куда бы ее поставить? Так. Да не по крышку, не колесо. Так, одна стоит тут, вторая тут. Третью. Оставим сзади. То, что здесь нифига тоже не видать. Куда-нибудь сюда. Поскольку тут тоже нужно освещение. Пойдет от этого. Постепенно все точки осветим участка. Нормально будет. Так, бункер заполнен вроде на сотку. Здесь на сотку. Тут у нас что осталось? И все скопал.
А, тут все скопал и уже передвинул. Это не скопал. Спотыкаться об него буду. Чистим тут немного. Так, тут вроде настроено. Запускаем. Туда. Там в экскаватор. Не хватает. Не хватает. Настраивать. Поехали вперед. Ленту. Должно быть нормально. Что-то с экскаватором. Высыпать может? Еще бы, конечно. Еще вперед дать. Лента нормально там. Нормально. Thank you.
экскаватор должен нормально сыпать. Пойдет. Опять застревает в текстурах в этих. Вот не может эту фигню вскопать. Все это будет нифига не видно. Все. Каждый раз так настраивать. Теряешь время. На максимальном подъеме, ну, не очень. Стрелу выше поднять не смогу. Сейчас будут проблемы с этой горой. Спиливать ее.
зубы пошли. Зубы вроде еще были. Опять эта фигня гуляет, как хочет. Ползает она. Так, оставим. Каждый раз эту фигню настраивать. Та еще задачка. Каждый раз ее перенастраивать.
Тут я не скопаю нифига. Отъехать придется немножко сюда вот. Вот теперь вроде пошло нормально. Ну вот, еще там что-то вырубился. Пора заправлять технику. Похоже. Угу. Причем всю. Да,
только что светилась. Теряю. С этими перенастройками теряешь очень много времени. Бункер наполним. Ни хренище не видно заполнение бункера. Продолжаем. Да, блин, куда он опять урулил? Ладно. Как бы то ни было, тут нужно скапывать. Потихоньку сроем.
Опять немного отвлекают. Продолжим. Да, ускориться особо не получается. Ну, как уж есть. Сильно пока в гору не вкапываюсь, вершинку надо спилить эту. Эту гору песка. Восемьдесят восемь заполнение. Да чё такое застревает? Так, заводимся. Заводи шарманку.
Продолжаем засыпать грунт. А там уже 80%. Девяносто. Достаточно вроде. Девяносто восемь. Девяносто девять. Пора вырубать. И чистить. До сотни дошло. Везде. Да блин. Перезаряжаем. Допустим, сюда вот пока сложим. Почистить решетки, почистить коврики. И можно продолжать.
основной шлюз вычистить. Свалился. Тут тоже лесенка есть. Причем с этой залезать удобнее, чем с той. Есть там такая штука, как промыватель самородков, вроде в магазине. Типа тоже столика такого. В него запихиваются сразу несколько ковриков, весь комплект вроде. И все это он опустошает в одно ведро. Но возиться как-то с этим запихиванием всех ковриков туда, прыгать. Туда-сюда, обратно. Удобнее вот так. Прям на месте в ведрах. Далеко не бегать. Все так. Вроде все, выгреб. Ага, поехали дальше. Так, тут сколько? 24. Тут 4. Заполним бункер. Она что, работает все это время, блин? Забыл выключить. Топливо сожрал. Ну и ладно. Уж на топливо-то мы накопим как-нибудь. Давай переключайся куда надо. Так, 86. Ладно, хватит. 98 как раз. Продолжаем заполнять бункер. Ух ты, прицепился стрелой. Копаем снизу, по возможности. Хотя нам тут все скапывать.
43. Сорок семь. 68. Темнеет, дождик пошел. Вот и с грозой. Издеваются. Че, молния попала, что ли, в лампочку? Гроза тут портит оборудование. Тогда совсем весело, блин. Зараза. Ладно, лампочку починим. Запчасти были. Нам сейчас накопать еще надо. На одну промывку. Какая лампочка? Вот она. На складе у нас что-то пылилось. Сожрал опять. Заводим.
обычно сейчас. Уменьшится немножко. Породы в бункере запустим ленту и будем на нее постепать. Тут уже стенка близкая. Если тут все выберу, то так копать уже не получится. Придется брать либо фронтальный погрузчик, либо стандартные самосвалы конвейер. Тут полный. Самородочек. Давно их не было. Ну, окупит аренду.
Там, наверное, уже пусто. Машин переключает. Бункере что-то есть. Успеваю немножко наполнять. Достаточно. Процента. Хватит. Хватит пока. Экскаватор совсем не выключаю.
Надо успеть еще накопать. На одну промывку. Отпусти меня, гора. Так. Тут этот песок, наверное, выберу за пару дней. А вот что делать дальше? Посмотрим. Такими темпами точно тут за пару дней выберешь. В дождик темно, как ночью. Девяносто два. Бункер почти заполнил.
Заводим. Да, блин. Вот это вот вымораживает. То, что застревает намертво. Ковш намертво застревает. Пески. Ну, немного ускорили процесс. Надо посмотреть, сколько там нарыл уже. Примерно 90 уже. Еще пару ковшей. Смотреть уже полный. Да блин, не туда. Стоп. 97. Нормально. Ведер не хватает. Так, коврики можно очистить. Еще можно заполнить.
4 ведра, только нам надо пустых, а этот полный. Сюда надо 4 ведра. У нас есть? Так. Наверху там было. Одно в машине было. Если 4 ведра найду, буду дальше копать. Одно наверху было. Хотят дальше копать, не знаю. Помыть не успею. Накопать-то может успею еще. Промыть уже вряд ли. А, ну все правильно. Вот и еще 2 ведра. Здесь можно вот так сделать. Нашлись ведра. Скакать приходится как горный козел. Шлюз почистить. А времени, похоже, хватит на еще одно заполнение. Попробовать, что ли? Все ведра полные, промприбор готов. К продолжению банкета поперли. Так, бункер наполняем.
экскаватор опять не выключил. Все топливо он тут сожрал у нас. Прибор готов. Продолжать. Все емкости забиты золотом и концентратом. Но коврики еще пустые. Один заполнение. Так. 44. Надо скопать, иначе не протащу там стрелу. Заправить надо экскаватор. 75. Ну, засыпем бункер. И надо заправить экскаватор. Thank you.
97. Так, кабина у меня с этой стороны. Поехали дальше. До стенки добрался. Ближнюю часть всю выбрал. До дальней как будто добираться. Пес его знает.
Ладно, пора промывать, а то не успею. Да отпусти меня, песок. Уже полный. Хватит, пожалуй. Так, экскаватор я выключил. Нет, нет, не выключил. Гасим машину. Пошли промывать. Перезаряжать все это дело. Продолжаем. Мелкие коврики промыл.
Я ж там не смотрю, поскольку идет. Два 67 примерно так же. Не очень, конечно. Сколько есть. Гроза все сейчас сверкает. Второй комплект ведер.
Маловато. Порода хуже пошла. Укомплектовать все это обратно. Докупить, что ли? Ведер 2203. Можно еще порыть, конечно. Купим пару ведер. Вот еще одна особенность грозы. Планшетка не работает. Ладно, заводим тарантас. А, заполнить надо. Ведер докупим в магазине. Съездим. За ведрами придется ехать. Ну, съездим. Чё уж там. Как раз поедем золото продавать. Так, этот весь хлам надо перетаскать потихонечку. Вот для чего можно ящик-то купить. 22-22. Не знаю, успею, не успею еще копнуть. Так, заполним. Бункер. Давай рой. Ну, за день почти 2,5 промывки, если разобрал, промыл. Но новый день начнем почти практически с промывки. Чуть-чуть останется дорыть. Опять тут текстуры глючат, не вижу ни хрена, где копаю. И все высыпается, падла. Продавать золото опять же будем после полуночи.
Да, перемещаться дальше некуда. Там стена. Готово. Так. Поехали продавать. А, магнетит опять забыл. Пути скинуть надо. И докупить ведра 3. Так, магнетит здесь. Значит, гроза не позволяет пользоваться планшеткой. Блин, забыл свет выключить. Лампочки все. Значит, надо будет докупить еще лампочек. Блин, ну... Вот как так? Чуть мимо не проехал. Маловато 960. Качнуть ничего не сможем. Листочек валяется. Ну ладно, сколько уж есть. Итого 111 унций с учетом самородка. Так, песковый насос. 27% скидка. Это отсадочная установка, дорогостоящая довольно, пока не про нас. Как раз подъехали по времени.
И день окончен. Переработанная земля. 1000 кубов. Больше 1000 кубов. Золото 77. Аренда 23. Но меньше, чем самородок, вроде так. Аренда техники 33. Уменьшается. Ну, техника дешевеет. Опять ближе к осени. Так, кредит все так же. Итого у нас осталось 35 тысяч. 87 унций золота, которые мы сейчас переплавим. Все переплавим, что есть. Итак, день 22, 9 дней до зимы. Температура 5,5 градусов падает. Денег 31 тысяча, это меньше лимита 55. Ну, сейчас продадим золото еще. Так, магнетит почем? Ну, можно еще на 7 тысяч магнетит продать. Но не нужно, придержим на прокачку. Но улучшение 1200. Так, это улучшили, осталось время. Так, второй открылся уровень. Увеличить. Вот что нам надо теперь. Уменьшить потери. Ну, на это пока магнетита нет. Нарываем. Хотя копка замедлится, поскольку там уже стена. Придется ее по краям выбирать. Вокруг этой стены. Так, остальное тоже выплавим. Да. Все переплавить. 72 унции. Восемь потеряли на переплавке. Больше 100 тысяч уж должно быть денег. Зараза, время-то все тоже. Не зависит. Таблицу намеренно не показываю, на каком я там месте. Покажу на последних днях уже этого сезона. Ну, чтобы сохранить интригу. Поехали, продадим золото, купим 3 ведра. Так, и расходники какие-то хотел еще купить. Ну, и ящик хотел попробовать купить. Так, дайте нам 3 ведра. Средний большой возьмем. Так.
У нас там часто ломаются. Так, фильтры не нужны. Вот эта штука. За 600 нам дайте две. Так, что еще там ломается у нас часто? А, лампы, 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 лампы. Тоже за 600 дайте две. Усиленные уже будем брать. Так, 27 тысяч осталось. А, ну было 30, все правильно. Это все можно, наверное, сюда покидать, в ящик. Я правильно понимаю? Так, из него сейчас его схватишь, из него все вывалится, блин. Знаю я такое, блин, резко поднимает. А нет, нормально. Колесо поставить надо нормально. А это там у меня золото. Тут зубы, аккумулятор. Так, ящик в машину влезет. Ой, блин. Ага, и все вывалилось. Выгрузил. Ага, так и знал, что все попадает. Теряю время. Стоит вроде. Че, на цвет не вырубил? Ладно. Потерял немного времени, продаем. Так, 123 тысячи. Ну да, цена падает. Кредит 370 еще выплатить. Цена 600. Так, какой-нибудь аппарат надо будет, наверное, купить. Посмотрим. Почем там аппараты? Так, что нам нужно? Так, почем у вас фронталка? Фронталка, фронталка. 150. А арендовать? 6000. Можно. Так, а самосвал? Сто девятнадцать самосвал. Но все равно не можем себе позволить, потому как... Так, 84. Конвейер.
Песковый насос 482 тысячи. Со скидкой. Посадочная 286. Ну, вот это вот все. Будь у нас 1 253 000. То золото было бы намного больше. То есть это все нубское, оно теряет очень много. Так, вот не знаю даже, что брать. Фронтальный, наверное. За 150 в аренду, но это потом. А пока что на этом серию заканчиваем. Всего хорошего, всем пока!